Одна из самых популярных тем летних сюжетов – ремонт дорог. Когда приступят к работам, какие объемы будут выполнены и насколько качественно? Все эти вопросы, разумеется, волнуют автовладельцев, и не только их. В первую очередь улучшением ситуации с дорожным покрытием озабочены главы городов. Об ожиданиях мэра Иловайска, ремонтах предстоящих и уже выполненных во втором квартале в нашем следующем сюжете. Найти в Иловайске дороги, требующие ремонта, сегодня совсем несложно. Во втором квартале объемы финансирования и, соответственно, асфальтирования были относительно невелики. Во втором квартале нам было бюджетом выделено 1 миллион рублей. Мы на эти деньги сделали больше 1300 квадратов. Сделали ремонт дорог на сумму 1 миллион рублей. Это было возле администрации, улица Первомайская, большой кусок был заменен. И две большие карты по улице Шевченко на перекрестке, который ведет к ЖД вокзалу, и возле в районе пекарни. В третьем квартале ремонтировать дороги в Иловайске берется государственное предприятие «Автодор». Согласно сметам, новым асфальтом закатают около 1500 квадратных метров иловайских ям и выбоин. В первую очередь будем делать здесь, вот переулок Победы, это у нас очень аварийный такой участок, дороги практически нету, не ремонтировалась она очень долго, то есть заменим полностью. Тут еще осложняется чем? Это дорога возле больницы, то есть скорая помощь, люди, допустим, травмированы, ехать по ямам, ну, с переломанной ногой, это очень неудобно. Поэтому решили в первую очередь заменить этот кусок дороги. И если хватит нам денег, то кольцо, потому что кольцо тоже въезд в город, кольцо находится в очень таком неудовлетворительном состоянии. Часть подготовительных работ, предшествующих асфальтированию, уже выполнена на Иловайском путепроводе. Специализированную технику и горячий асфальт здесь ждут со дня на день. На данный момент силами Министерства транспорта меняем асфальтное покрытие на переездном мосту. Уже отремонтирован переходной мост в районе 13-й школы. Полностью заменено асфальтное покрытие. Работы немного затянулись в связи с погодными условиями. Идут дожди. Ну, сейчас подсохнет, и я думаю, мы асфальтное покрытие там закончим. А в августе приступим к ремонту переулка Победы и кольцо. На улице Ломоносова, по которой проходит трасса на Успенку, рабочие «Автодора» трудятся уже второй месяц. Капитальный ремонт дороги здесь выполняется строго по технологии. Сергей Муковнин рассчитывает, что и городские автомагистрали будут отремонтированы не хуже.